Прошло всего две недели с начала нового учебного года. Для первоклашек путь от дома до школы еще не стал привычным. Многим приходится переходить дорогу, бывает и не одну. Как в кировских школах ребят посвящают в пешеходы, расскажет Кирилл Сосолятин. Имя мое Светофор Великий. В ДПСе я служу и о правилах движения вам сегодня расскажу. По городу, по улице не ходят просто так. Когда ты знаешь правила, не попадешь в просак. Все время будь внимателен и помни наперед. Свои имеют правила шофер и пешеход. Дима Сухих уверен, что правила дорожного движения должен знать каждый. Водить машину ему пока нельзя, и в автошколе он еще не учился. Но рассказать, как вести себя пешеходу на дорогах города, он может уже сейчас. Когда ты хочешь перейти дорогу, сначала посмотри налево. Дойдешь ты до середины пешеходного перехода, направо поглядишь. Если нет машин, можно идти. Если есть машины, пока еще стой. Стать настоящим пешеходом непросто. На пути множество загадок и заданий. Сотрудник ГИБДД просит проложить безопасный путь от дома до школы. Врач правильно перебинтовать ушибленное колено. А пират задает коварные вопросы на смекалку. Он висит тут в данной форме и на всех глядит в упор. Что же это? Когда все задачи были решены, осталось лишь правильно перейти дорогу по сигналу регулировщика. Новоиспеченным пешеходам выдали призы и определили лучших знатоков дорожного движения. Сегодня в школе номер 71 был проведен праздник посвящения первоклассников пешеходы. Особое внимание к детям, первоклассникам, чтобы они знали особенно правила дорожного движения. Такие праздники в этой школе традиционные, в ряде школ они проводятся, чему мы очень рады. Такие мероприятия проходят в рамках профилактической операции госавтоинспекции «Внимание, дети». Для первоклашек это возможность познакомиться с правилами дорожного движения и запомнить простейшие меры предосторожности, так необходимые для их безопасности на улице. Кирилл Сосолятин, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.